Праздник до глубины души. Врачи Республиканского перинатального центра организовали праздник для будущих мам. Всероссийский день беременных отмечается с 2022 года. Это особое событие. Его проводят дважды в год. На этот раз провели его в рамках года семьи. Множество положительных эмоций получили не только будущие мамочки, но и гости праздника. Зарядилась радостью от позитивного мероприятия и Альбина Ламкова. Хотела бы отметить помощь супруга. Для меня это как бы как двигатель для того, чтобы продолжать дальше выполнять поручения нашего президента и повышать рождаемость в нашей стране. Эльмира Будаева – многодетная мама. С супругом воспитывают 5 детей, 4 мальчишек и лапочку-дочку, как в популярной фразе известного мультфильма. Ждем 6-го. И для нас это большая радость. Секрет большой семьи – любовь и понимание, где главным героем служит мама, отметила заместитель министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Тамара Кипкеева, продолжив, что очень важно сохранять семейные ценности и традиции. Преследуя эту цель, глава государства объявил 2024 год годом семьи. Я сама выходец из многодетной семьи. И когда я поступала в институт и уже встал выбор профессии, безусловно, без всякого сомнения, я выбрала акушерство и гинекологию и 20 лет проработала в родильном отделении. Тамара Кипкеева отметила, что ни одна специальность не приносит столько радости. Рождение ребенка – чудо. Этот момент ни с чем не сравним. Многие женщины, ощущая поддержку, становятся многодетными мамами. Их пригласили на праздник. Некоторые воспитывают по 11 детей. Это тяжелый труд, отметили врачи Республиканского перинатального центра. Радовали на мероприятии не только будущих мам, но и их детей. Им предоставили возможность перевоплотиться в удивительный образ или любимого героя, разрисовав красками их лица. Номер пять. Будущие мамы приняли участие в беспроигрышной лотерее. Им вручили полезные подарки. Ну а самым волнительным моментом торжества для всех стало объявление пола ребенка. До этого момента женщины прошли УЗИ, а результат сообщили на празднике. Положительные эмоции при беременности очень нужны. Этот праздник подарил их в большом количестве. Главное, чтобы не забывали об этом в их семье. Эмоциональная связь между мамой и ребенком особая. Она зарождается с первых дней беременности. Поэтому важно уделять каждой женщине внимание в этот период. Но не забывать об этом и на протяжении всей жизни. Тогда будет крепкая и дружная семья. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.